Мы начинаем наше заседание, очередное заседание Института мировой культуры. И с докладом выступит наш гость, профессор Мюнхенского университета, бессменный издатель венского Венершалиса Шайдманах, Оге Ханзенлёве. Он прочтет доклад в рамках наших занятий Флоренским и Сибаларием Флоренского. Но доклад не будет посвящен Сибаларию Флоренского, называется о логоцентризме Алаюс Флоренский в контексте ономатопоэтики. Если более точно, то пожалуйста. Сначала я хочу выразить благодарность за приглашение. Я здесь в Москве был стажером. Чуть ли не 40 лет тому назад, страшно представление, я сидел там в МГУ и начал заниматься формализмом. Потом пусть диссертацию, книгу, и потом символизм и так далее. И сегодня я хочу вернуться к исходному пункту и начну с формалистов. И я буду говорить сначала о пятый пункт, это русский акрополис. Это вершина Мандельштама, русский логоцентризм. В основном я буду говорить о списках имен и их роль в рамках ономатопоэтики и, с одной стороны, и ономатологии флоренского стука. Второй пункт, это у меня уже Гоголь, как мы говорим. Enous is enous, enemies enemies. Третий пункт, это языковой миф русского модернизма, символистов. Четвертый пункт – это действительно флоренский имя славы ономатология. Пятый пункт – это ономатопоэтика Хлебникова. А все, о чем я не буду говорить, это здесь. Это слишком много материала. И в конце концов я вернусь, если время остается, к Гоголю, к его экономии фамилии имен. В рамках его романа «Мёртвые души» и «Экономика», в смысле Чичикова. Я начну с первого пункта, но так много я не знаю. Я всех. Так. Русский акрополис. Может показаться курьезным, что наши размышления о логоцентризме мы должны начать именно с Льва Троцкого, великого антихриста русской революции. Но это был как раз он, кто в своей тонко просчитанной критике современного авангарда пришел к следующему выводу. Это он. Формальная школа, пишет Лев Троцкий в своем знаменитом труде 23-го года «Литература и революция». Формалисты типа Виктора Жуковского, Романа Якобсона, которых мы могли видеть в телевидении в последние дни, а также и футурист Велимир Хлебников и другие авангардисты, все они характеризуются им, Троцким, как гильярдовский, препарированный недоносок, но это не самое сладкое выражение, идеализма. На формалистах лежит, как он пишет, печат скороспелого поповства. Они иониты, а для них в начале есть слово. А для нас, пишет Троцкий, в начале было дело. Слово явилось за ним, как звуковая тень его. Конец цитаты. Таким образом, наряду с тенденцией постмодернизма к устранению логоцентризма вообще, в самой сердцевине модернизма присутствует левоутопическая и культурно-революционная критика логоцентризма, направленная против власти слова с позиции действия, да и самой действительности. Вся подоплека упрека Троцкого в ионитстве прояснится, однако, только в том случае, если принять во внимание специально русскую форму логоцентризма, на которой ссылается Троцкий.
Это прямо-таки религиозный культ языка, который в то же самое время Сид Мандельштам выразил следующим образом. Вы все знаете эту цитату, но все-таки прекрасные слова. У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает, но это идея Чаадаева, блуждает и не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Талия есть орешек Акрополя. Маленький Кремль, крылатая крепость номинализма. Конец цитаты. Это в «О природе слова». Когда Мандельштам говорит о номинализме, то он имеет в виду, несомненно, не тот противоположный полюс реализма, споры схоластиков Средневековья. Напротив, он воспринимает номинализм дословно, как языковое понятие, которое наделяет слово статусом имени, точнее говорящего имени. Не философский номинализм, следовательно, а языковой реализм формулы «nomen est omen» – слово как имя несет в себе свой «omen». И наоборот, «omen est nomen», так как «omen» претерпевает свою специфическую вербальную участь, превращая всю жизнь в язык. А второй пункт – это «назад к Коголю». Неоднократно цитируемое высказывание «вся русская проза та и литература вышла из Гоголевской шинили» относится в высшей степени к логоцентризму «Алла Рус». Ведь именно в нем акт наделения имени достигает в равной мере гротескное преувеличение. Наделение именем как творческий акт, произношение букв и звуков как создание носителей имен, звуки создают людей. Во всяком случае, для Бориса Эйхенбаума в его новаторском исследовании под удачным названием «Как сделана шинель Гоголя» — вы видите, что я вернусь к 72-му году моей жизни. Повествовательная техника сказа связана с наделением именами фигур рассказа. Имена говорят сами за себя. Их носители выступают олицетворяющими олицетворениями или, вернее, воплощениями собственных имен и фамилий. Один из современников Гоголя вспоминает о его фетишизме по отношению к именам. Из вербальных и артикуляционных реальностей, в которых в итоге разворачивается биография их носителей. Таким образом, исходным пунктом жизни героев это не день рождения, а именины, как ежегодно повторяющиеся дни ангела, в образе которого повторяется лицо носителя имени. Цитирую из воспоминаний этого человека о Гоголе. Это у Эйхенбаума в статье «Как сделано жених Гоголя». На станции я нашел штрафную книгу и прочел в ней довольно смешную жалобу какого-то господина. Выслушав ее, Гоголь спросил меня: «А как вы думаете, как этот господин? Каких свойств и характер человек?» «Право, не знаю», — отвечал я. И вот я вам расскажу. И тут же начал самым смешным и оригинальным образом описывать мне сперва наружность этого господина, потом рассказал мне всю его служебную карьеру, исходя из имени, да, и представляя даже в лицах некоторые эпизоды его жизни. Помню, что я хохотал, как сумасшедший, а он все это выделывал совершенно серьезно. Конец цитаты. То, что у Гоголя почти телесным образом реализуется как гротескный прием типизации человека через физиогномическую характеристику звуковых жестов, имен и фамилий, у Флоренского понимается как народное представление именной типологии. Это его слова. Цитируемое в его ономатологии, как, например, того, что у Якобсона описывается как народная этимология в его статье о Климентове. Цитирую сейчас Флоренского. Одним из памятников такого рода руководств можно представить известный реестр о дамах и о прекрасных девицах. Это у его статье о Климентове. Цитирую.
этот список имен. Это из русских, это из книги «Русские народные картинки». Постоянная дама Варвара, с поволокою глаза Василиса, кислый квас Марья, веселый разговор Аграфена, толстая то простая Афросиня, приятно в любви Наталья. Но я не буду продолжать, а это такой список и все эти как-то типические характеристики. Фольклорный прием таблицы имен, как и вся лубочная культура, служит Флоренскому, как мы увидим позднее, подтверждением православной ономатологии. Для Гоголя и его приемников подобные списки играют, между прочим, поэтическую роль сериализации с целью доведения до абсурда всех типологий или типизаций так популярных в реализме. К концу доклада мы можем познакомиться со всеми неожиданными функциями этого приема в мертвых душах. Но вернемся под покрывало Женили Гоголя, в котором свернуты все имена и судьбы бедных писарей и писателей, носящих говорящих имен и фамилий, как Гоголь и его герои. Они из самых бедных, один из самых бедных, Акакий Акакьевич, как носитель какофонного в дословном смысле имени, он прямо-таки воплощает собой формулу «Nomen est omen», написанный у него на лбу с рождения. Цитирую из рассказа. Родильнице предоставили на выбор любой из трех, какой она хочет выбрать. Мокья Сосия, или назвать ребенка по имени мученика Хаздазата. Существует ли он? Существует. Все весь свет. Я так думаю, но все-таки существует. Звучит немного. Он, кстати, был вайбером. Нет, подумала покойница, именно то все такие. Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте. Вышли опять три имени. Трифилии, Лула и Варахаси. Но я больше не буду спрашивать. Существует. Но они не были приемлемы в другом смысле. Вот это наказание, проговорила старуха. Какие все имена? Я, право, никогда и не слыхивала таких. Она не слыхала. Пусть бы еще Парадакс или Варух, и то Трифили и Варахаси. Еще переварили страницу, вышли Павсикахи и Вахтаси. «Ну уж я вижу», — сказала старуха, — «что видно, его такая судьба. Если это так, пусть лучше будет, он называется, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». С некоторым преувеличением позволительно сказать, что все художественное творение Гоголя вышло из словесной женили его собственного имени Гоголь, редупликация такая, но об этом пишет и Набоков. Редупликативная основа гоголевского имени и фамилии указывает на постулирование Якобсоном фундаментальное, в том числе и для Набокова, значение звуковых повторов. В этом свете мы лучше понимаем детский вопрос, почему мама и папа у Якобсона и значение набоковских объектов вербальной эротики, таких как Лолита, или Чичиков, или Цинцинат в его романе «Приглашение на казнь». В то время, как у Гоголя весь текст реализует, разворачивает и распространяет имя автора, имя рассеивается по словесным полям, сея при этом языковой мир рассказа и нулевую форму. Это о у Гоголя. О и ноль. Это то же самое в этом отношении. И если серфинг в интернете можно осуществить через Google, то серфинг сквозь вербальный интертекст через Google. Это не только калямбур, в каком-то смысле это имеет основание.
Вопрос Якобсона, почему мы говорим папа и мама, отсылает нас к первоначальной сцене клеточного деления своего рода фонетического, ритмического, синтаксического клонирования элементов, которые вносят в язык дальнейшие дуплеты и вербальных двойников. Целые стада овец сорта Толи населяют словесные поля Гуля, где они мирно размножаются сами из себя. Этому противостоит гумбольдский идеал, это идеал Флоренского, гетеросексуального словесного зачатия, когда некто порождает некое нечто третье. Гоголь, несомненно, является сторонником гетеротоксной, не генерирующей редупликации. Это главный тезис. Третий пункт – языковой миф русского модернизма, только коротко буду. В любом случае, отнюдь не является случайностью, что концепция языкового мышления Вильгельма Гумбольда вместе с самим понятием именно в России нашло огромный отклик, будь то в XIX веке в языковых теориях Александра Потемкина, будь то с начала XX века в языковом реализме русских символистов, особенно Андрея Белого и Вячеслава Иванова. Гумбольдтская формула творческого языка как человеческого органа мышления действовала несомненно, причем для русского логоцентризма было типичным представлением, что живое творческое слово, слово «логос», является пульсирующим ядром не только языковой, но и культурной коммуникации общества. С этим связывается архаическая и утопическая идея постсимволизма, что с реанимацией языкового ядра автоматически оживляются все жизненные и мыслительные процессы, приобретая при этом творческий потенциал. Символисты, как и формалисты и авангардисты, постулируют основную формулу «форма сигнификанта язык». Язык создает новое содержание. Цитирую, слово стало плотью, маркирует инкарнационные, как и христологические истоки развертывания мировых и жизненных текстов из двойной спирали вербальных генов. Так для эстетики раннего символизма декаденства 90-х годов действует общая тенденция к принципу анонимности, то есть к нигилированию всего, что связано с именем и таким образом эссенциального позитивного понимания языка. Но это идея ранних символистов, а в отличие от мифопоэтики начала века у Белого, Иванова и так далее. Достаточно вспомнить о псевдониме Анненского «Никто», превращающего анаграмматический звук собственного имени в одно из ключевых слов ранней символистской семантики или фамилии. Противоположность пустой анаграмме раннего символизма, мифопоэтический символизм после начала века, возвращается к античной и христианской иудейской концепции имени. Следует коротко упомянуть значение имени в гротескно-карнавальной модели символизма с 5-го года, прибегающего к гротескной функции имени в поэтике Гоголя и раннего Достоевского. Здесь можно также говорить о метонимическом использовании имени, против чего этимологизирующее имя подчеркивает метафорический аспект. Прекрасным примером этой тенденции является следующее стихотворение Сологуба 6-го года, представляющее ироническое развертывание имени Вячеслав, но это Вячеслав Иванов. «Что звенит, что манит, шир и высь моя, в час тремотный перезвон, чьих-то близких мне имен слышу я, а в легких
слухах тайних лоз, стрекотаний стрекоз, зраки к пестрам теплых трав, реет имя Вячеслав, вящий вещи, прославящий вещи. Вещи, вещи, это тоже у химика, там можно найти это слово. И так далее. Особенно впечатляющий развернутый языковой номинализм мы находим в прозе Андрея Белого в своем романе «Петербург». Белый вывел упомянутый генезис имен слов не столько из духа музыки, сколько позволил себе в прямом смысле слова выпрыгнуть из билабиального изначального клонирования, описанного выше. Вы все знаете это место, где речь идет о Пеп, Пепович Пеп. Я не буду читать эту цитату. Из этого билабиального движения развертывается весь человек. Таким образом, символисты отождествляли наименование и творение мира. Земное слово «творец» действует аналогично и символично духе космического мира Творца, который, будучи космическим художником, произвел вещи природы. Художник Адам действует в мифической функции творительных имен вещей. Цитирую Белого, эмблематика смысла. Именуя содержание, мы превращаем их в вещи. Именуя вещи, мы бесформенность хаоса в содержании претворяем в ряд образов. На семантическом уровне это значит, что символизм оперирует принципом синонимии. Как раз наоборот, у Хлебникова и архаическое имя, или неопримитивизм, напротив, предпочитает принцип омонимии, или точнее, омонимные морфемы и лексемы презентируются как синонимы, то есть перенесенными в другой парадигматический класс. В футуризме это неологический акт, в архаизме акт реституцию предкультурной парадигмы. Сейчас несколько слов о Френском и Имяславии. При всей схожести между реально символической концепцией имени у Вячеслава Иванова или у Флоренского и архаической ономатопоэтики, существенная разница заключается в том, что в символизме и в сродных ему системах понятия имя и идея являются в значительной мере синонимами. В то время, когда в архаизме Хлебникова, например, разграничение между имманенцией и метафизикой отсутствует полностью. В отношении философии языка Флоренский полный сторонник традиции Гумбольдта, когда он сводит мышление и язык в одно целое и провозглашает философию филологии, не доносящейся в форме монолога с кафедры, а вырастающей из живого слова. Эта формула потом мы найдем у Бахтина. Из этой греческой перспективы логос для Флоренского и его логоцентриков означает всегда выражение и содержание одновременно, причем называние в органическом языковом мышлении всегда является наделением именем. Тот, что носит имя, становится из мертвого объекта обозначения живым собеседником. В этом контексте две возможности именования сосуществуют в мифопоэтике или ономатологии. Во-первых, установление имен для вещей в акте сотворения мира, отцовский творец мира или текстов, автор Мунды Адам Карни. Во-вторых, передача генов языка через расчленение слова логоса Сына Божия Диониса или Иисуса Христа. Представление семенов слов как семена, рассыпанные на землю или тексты. Таким образом, присвоение имени понимается как полевая генеративная передача семян, из которых развертывается семея, то есть вести пароль. Для Флоренского лого слово надо понимать как синтаксический и в то же время текстуальный феномен.
мышление и речь с этой точки зрения тождественны. Мышление – это что-то вроде говорения речи внутри души, внутренняя речь Выгодского. Всякое представление – это речь, не столько направленная к другому, сколько к себе самому. Здесь принцип устности, присутствие говорящего в самом акте со и приобщения, несомненно, ставится выше, чем медиум графического текста, принцип письменности, где автор может принципиально и отсутствовать. У Хлебникова и у декларантских представителей словотворчества с целью сотворения нового кода языка мира кристаллогическая концепция генеративной передачи семян доминируется представлениями о сотворении мира космосом из ничего, то есть антигенеративным способом. У защитников Христа и логоцентрического принципа доминирует экспрессивное представление о рождении текста из зерна логоса. Это разные представления о генерировании мира и кода. Наряду с софиологией и религиозно-философской программой символизма принадлежит комплекс имяславия, причем оба концепта уходят в гностические и затем и в мистические традиции. Имяславия возвращает к старому учению, согласно которому имя Бога есть сам, это пишет Флоренский, сам Бог, и взывание к нему в молитве возбуждает божественные энергии. Это идея Исихасма в то же самое время. Флоренский отождествляет внутреннюю форму слова с действенным словом, то есть со значением слова как имени, причем этимология раскрывает и освещает ее действенности именно эту внутреннюю суть слова. В этом смысле у Флоренского нет разницы между понятием символа у Иванова или Белого и понятием имени. В своем докладе «Магичность слова» Флоренский заходит так далеко, что конструирует общие признаки между именами и их носителями, так как имя всегда и везде является наиважнейшим инструментом магии. Сейчас еще несколько слов о ономатопоэтике Хлебникова. Ономатология – это Флоренский, ономатопоэтика – это Хлебников и Якобсон частично. И потом я вернусь к Гоголю. В древних космологических мифах, как и в мифах поэтики модернизма, Креатор Мунди, творец мира, выступает как существо, являющееся одновременно творением своего собственного имени и творцом имен. Поскольку в мифическом мышлении нет различия между именем и вещью, наделение именем, номинация и творение вещи означает одно и то же. В этом смысле можно говорить, как это делали Лотман и Успенский, о номинационном характере мифологического мира. Собственная сила творения, энергетическая основа творчества заключается в свойствах имени. Имена не только обозначением предметов, они реализуют скорее звуковую либо же языковую сторону правещи, то есть предметов, состояние их пракультурного, праисторического, пракоммуникативного естества. В какой-то мере критическая схема Якобсона отношения между сообщением и кодом предусматривает также тот случай, когда код ссылается на код. В качестве типичного примера такой циркулярной ссылки рекламируется собственное имя, если в случае, если код относится к коду. Эта с трудом воспринимаемая корреляция между кодом и кодом неожиданно проясняется с позиции архаического, подсознательного и мифопоэтического языкового мышления. В этом, в некотором роде, в асимметрическом конкретном мышлении, мышлении с помощью вещей, как это писал Леви-Строс, амбиваленция между вещами
именами образует предварительную форму семантического отношения между предметом и знаком, сигнатом и сигнанс. Пьерников ссылается, как во всех остальных обоснованиях словотворчества, на творческую компетенцию архаического человека. Наделяет все существа своим именем. Он пишет, первобытные племена имеют склонность давать имена, состоящие из одной гласной. Или из этого он выводит стремление футуристов, мы хотели всему дать имена. Это право распространяется не как наделение вещей именами, так и на самообозначение председатель земного жара. Цитата, только мы, стоя на хлебе себя и своих имен, осмеливаемся среди моря ваших злобных зрачков назвать себя правительством земного шара. Оно мы. А не только собственные имена в узком смысле, но и сама лексема имя образует исходный пункт для разнообразного расчленения и нового комбинирования. Слово имя у Хлебникова в свою очередь становится магическо-мифическим именем, большими буквами, так как оно составлено из письмен, представляя имена и синтетизируя во все новые имени формы. Так слово «тело имя» в русском языке разделяется на два возможных слова-члена. Имя становится «им» и «я», что буквально делает имя тем, что я им являюсь. Есть отличительные графемы, либо же звук является именами и одновременно живыми существами, точнее людьми. Тогда, если это так, тогда независимо от лингвистической корректной этимологии, лексема имя должна быть разделимым на буквенные существа. Хлебников представляет ряд вариантов, являющихся типичными для его ономатопоэтики. Наиболее приемлемо разложение лексемы имя на им, то есть дательный падеж множественного числа личного местоимения они и я. Для этого очень много, можно найти очень много примеров. Пятый пункт – это схематическое противопоставление теории имени у Хлебникова и у Флоренского, об этом потом можно устно говорить, это сконцентрированная форма этих теорий. С одной стороны, у Хлебникова мифопоэтика, с другой стороны, у Флоренского это философия или религиозные смыслы имен. С одной стороны, миф, с другой стороны, мистика у Флоренского. Тотальная имманентность у Хлебникова, трансцендентность у Флоренского, или имя на поверхности текста мира у Хлебникова, имя в глубине тайны мира у Флоренского. Самое главное, что у Флоренского это в центре это персональность человека, как раз наоборот, у Хлебникова это персональность не в центре стоит. У Хлебникова главная фигура – это метонимия, у Флоренского и у символистов – это метафора. Анаграмма у Хлебникова, прозопия, голос у Флоренского и так далее. Последний пункт – вперед к Гоголю, экономия фамилии и имен Чичикова. Гоголевский Чичиков имел, как известно, блестящую коммерческую идею. Это очень актуальная тема, поэтому... Для того, чтобы существенно повысить свое кредитное доверие, он объезжает тех помещиков, прося продать ему умерших на их поместьях, но пока еще не внесенных на голубые бумаги крепостных, а точнее их имена. Таким образом, он приобретает мертвые души. Крепостные давно совершенно непосредственным образом себя окупили, амортизировали, как у нас говорят, так как они умерли. Сейчас они входят через другую дверь
в торговую сделку, и на этот раз как чистые носители знаков, тема форы. Как имена они шагают в ряд, так как стоят в личных имущественных списках к подвижной массе, которой они принадлежат. Цитирую эти очень комичные диалоги между Собакевичем и Чичиковым. Собакевич. Вот, например, каретник Михеев. Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете. А пробка Степан, плотник, я голову прозрачаю, если бы где зашли такого мужика. Милушкин и так далее. Он называет всех эти имен и их качества перечисляет. Здесь мы действительно находимся на минусовом поле космической номинации. В то время как, с одной стороны, творящее слово творца генерирует вербальные реальности, творческий делец извлекает выгоду из посмертного именного индекса как обеспечивание экономии, торгующей не товаром, либо же подставным буквами, а единственным марковым знаком, которым располагали крепостные их имена. Их перепись должна была симулировать кредитное доверие, существующее только на бумаге, и тем не менее развертывающую великую аллегорию всех торговых сделок. Цитирую. Но позвольте, сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было. Зачем вы исчисляете все их качества? Нет в них только теперь нет никакого, ведь это все народ мертвый. Мертвым телом ход забор подпирает, говорит пословица. Это мухи, а не люди. Вся торговля, сделка или торговая сделка разворачивается все больше в один абсурдный диалог, чья собственная пуанта лежит не в самой торговле воздухом, а наконец в ее коммуникативной завязке, точнее вербальной сети тех обратных связей, из которых соткан весь мир экономии и таким же образом весь театр мунди. Кажется, цитирую, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия, говорит Чичиков. Иначе я не могу себе объяснить. Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет просто фу-фу предмет торговли, да? Что ж он стоит? Кому нужен? Да, вот вы же покупаете, стало быть, нужен. Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что отвечать. Как только человек ведет торговлю, тогда вещь должна получить ценность. Торговые разговоры развертываются еще много страниц. В конце концов, дошедших до самых абсурдных выводов и сегодняшней точки зрения некорректных. А женского поля не хотите? Нет, благодарю. Я бы недорого и взял. Для знакомства по рубрику за штуку. Для знакомства по рубрику за штуку. Нет, в женском поле не нуждаюсь. Но эти слова двухсмысленные или трехсмысленные. Куда мы попали? Можем мы спросить вместе с Чичиковым. От прослов творения мы снизошли на полю землю фактов или, что почти то же самое, экономических спекуляций. Души, точнее, крепостные мертвы, в любом случае, что касается их земной жизни. Остались их имена, с которыми в последний раз ведется торг. Ничто, кроме тени звука, может крикнуть им вслед Троцкий. Ничто, кроме литературы, могли бы сказать. Спасибо.